Саня, не бросай меня! Не бросай! А, меня глушило! А я же иду! Я иду, мне похера! Есть! Смотри на... О, смотри, не сиди! Прощай, Миха! Ты вне самолета! Ты вне самолета висишь! Ты понимаешь, что ты не в самолете? Телепортируйся ко мне, что будет? Я не могу! Бля, Миха упал! Я телепортируюсь! Мне тут сказали, ну же, давай подумай. Короче, здравствуйте, дорогие друзья, с вами Саня и Миха, и мы будем проходить Call of Duty Black Ops одиночку. С модом на кооператив. Короче, одиночка, которую мы будем проходить вдвоем. Это очень странный мод, очень старый вроде бы, да? Да вообще, он даже Саня его скачивал 20 мегабайт полчаса. Да, он не хотел скачиваться. Но мы скачали 20 мегабайт, и сейчас мы будем проходить это. И вы, кстати, какая у нас будет сложность? Низкая, стандартная, высокая? Давай низкая, я боюсь. Давай стандартная. А, ты уверен? Да. Мне кажется, мы не выживем. Давай стандартная. Ржать будем. Так я... еще и какие-то. В общем, начнем игру. Так, главное ни в кого не стрелять. И да, иначе с скриптом жопа. Это, в общем, мы проверяли только первый уровень, не до конца. А остальные уровни нет. Мы... Это будет первое впечатление об этом моде. Вы все видите перед глазами, и сейчас у нас загрузка идет. У меня звук идет, а вот заставки пока нет. А вот, тихо-тихо-тихо. Вот, скоро сюда заезжайте. Ох, это... знаю. Я пока в текстурах. У меня заставочка идет. Если что, я сейчас не могу говорить, я буду F7 нажимать. Угу. Живу, Карлос. Бума, у нас Карлос. Бумс. О, что это было? Я чуть не обосрался. Ой, у меня женщина... Я с женщиной застрял. Блин. Молодец. И женщина она в тебе здесь. Отлично. Лежишь такой в очках, такой выстрел. У меня все нормально, у меня. А ты лежишь такой, ходишь. Ты в какой-то костюме. А ты тоже в костюме, лысый такой. А ты в желтом костюме. Успейте. В химическом, что ли? Да-да-да-да-да-да-да. В химическом. У тебя тут химия. О, мужики зашли. Я в них стрелять не буду. Мне, конечно, очень хочется, но не буду. Ааа, я просто с гранату бросил, а там они застряли в этом барной стойке. Да-да-да-да-да. Я сказал, откуда вы? Я думал, что они побежали-то. Потому что ты такой ходишь. Опа! Есть. Мне дали автомат. Миха, здорово! Отлично! Black Ops. Давай здесь посидим. О, у меня FPS что-то просел. У меня что-то тоже просело. Не знаю, это, наверное, из-за мода. Наверное. Открывай дверь, сволочь! Во, отлично. Полицай, полицай! Всё! Боже мой, были, почему, да? Почему FPS такой маленький? Нет, там, а почему-то тебе проседание бывает, я не знаю почему. Ну может из-за того, что мод не оптимизирует. Поехал! О, о! Нет, нет! Слишком сложно! Слишком сложно! Не могу, и мне поехали вперед! Они поехали вперед! Блин, надо сделать игру потише. Потому что иногда игра тебя перекрывает. Да? Да, бывают иногда моменты. Боже мой, все взрывается! У меня мужики вперед поехали сами. Мужики вперед? Они едут на ногах. Воу! Это вроде бы свои были. Так, осторожно, тут его. Они едут, только ты ходишь, они все едут. На! Ну а подорвал! Он стреляет, у него автомат, он вокруг него крутится, а он стоит на месте. Давай, пошли, куда пошли? Куда пошли? Он стоит на месте, вокруг него автомат летает и стреляет. Что происходит? Блин, вообще? Надо потом звук сделать потише, чтобы тебя слышать. Ты бы это видел, слышал точнее. И видел. О, Миха, Миха, Миха. Походу я сделал слишком сложно. Ты убавил звук? Нет еще, нет еще. А ты пока убавил. А не могу, перестрелка. Да я тебя прикрою. Седаю. О, я в машине еду. Наши они телепортируются, ничего не понимаю. Я в машине еду. Ты на крыше стоишь!
Ты на крыше стоишь. На крыше? На крыше? А ты телепортируйся ко мне, что будет? Сейчас, подожди. Воу! Воу, 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 воу! Что происходит? Ой, ё. Задание выполнено. О! Всё? Мейсон. А чё, без звука всё? А у меня ролик идёт. А у меня без звука. Ну хоть говори, что там происходит, да я не понимаю. А ты озвучивай сам себе. Ай, блядь, больно. А всё. О! Всё, так. Ты где? А фиг его знает. А телепортнусь. Сейчас. Сейчас я сделаю как раз у тебя тише. О! Я был в городе, кстати. Чё, они зависли. Они зависли. Ага, мне надо подойти. А я прыгать буду, что ли? Наверное. Ты в него влез. Было отлично. Ты сквозь него пролез. Боже мой, какие текстуры. А ты телепортнись. Ой, блядь. Вот, опять поехали. Опять поехали. Я потом посмотрю с твоей стороны, это будет, наверное, ужас. О, рукопашная. Посмотришь с моей стороны. Ну, я, то есть, следующую миссию, следующую миссию. А что ты делаешь? Ты в него телепортируешься и еще ты это пытаешься. Заменю пистолет на фенфал. Я просто не могу, я просто не могу. Пусть пройдут мимо. Тебе они хотя бы говорят? Да, 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 нормально. Сейчас говорят. Поехали опять. Поехали! Из них двоих только ты ходишь. Ну они как бы, знаешь, как бы какие-то странные люди. Они, знаешь, они пытаются стрелять в разные стороны, у них автомат вокруг них летает просто. Так, они стоят на месте, и вокруг них автомат как летает. Как бы мы должны пошли за ним. Только не иди впереди него, может что-то испортится. Туда не стреляй, не иди вперед. Что делать-то? Наблюдай за этим! Воу! Ой. Убивай их, убивай! О, можно дробовик взять. Я возьму дробовик, не против? Блин. О, я возьму УЗИшку. Бери. Блять, поехали. Поехали. Давай, мужик. Поехал. Зато не по лестнице. А что он делает? Что он делает? Не знаю, что он. У меня воздух открывал. Воздух? У нас точно были синхронизированы. Мне кажется, здесь не запаривались над синхронизацией. Я кидаю гранату! Мне кажется, твоему персонажу опасно кидать гранату. Это лучше, чем Мордла Твар. Намного? Намного. Интересно, что будет происходить в Оркуте? Ну-ка. Они у меня сейчас стоят и двигают. А, блядь, поехал! Поехал! Открыли! Пошли! Они просто открыли дверь, ничего не делая. Просто подъехал и открылась дверь. Тихо. Чуть не сдох. Ой, гранаты случайно, подожди. Воу. На, гранату. Я не понимаю, у меня 90 FPS, но мне кажется, что у меня игра просто лагает. У меня тоже. Какие-то пингуют как будто. Наверное, пинг. Наверное, мне кажется, не оптимизировано. Ну кто бы думал, что она будет оптимизированная? Но это стоит того. Вообще класс. Противники ездят, свои ездят. Офигенно. Так, куда нам идти? Надо следовать за ним, надо следовать. Он стоит. Ау, кто стреляет? Гранату бери. Ой, отбросил. Я отбросил. Отбросил. Мы вместе отбросили? Да. Тихо. Граната превращается в две.
Блин, я ничего не слышу, сейчас. Громко они. Блин, я себе почему я беру? Тихо. Ложи. Вроде бы там я один остался. Он готов? Готов. Пошли. Ой, блядь. Это ж о, надо такую игру сделать было. Чё со мной происходит, интересно? О, мужик без башки! В красном был мужик без башки. Мужик без башки. Ты понял? О, какая-то ружка. Ты понимаешь, что у меня ты, вы просто встали в кучку все вместе, у мужика исчезла башка и дверь открылась. Пробить? А ну? Чего вы делаете все втроем? Зачем ты выгладишь? Ой. Мы убили своих? Ты что натворил? Я ничего не делал вообще. О, хорошо, есть контрольная точка. Это ж не Battlefield 3. Ту-ту-ту-ту-ту. Зачем ты его гладишь, мужика? Дай тебе пулемет возьму. Надо было этого мужика убить. О. Фига. Цель впереди. Да я пройду. Надо убить мужика, а женщину зачем оставить. Зачем ты его за плечо трогаешь? Надо убить мужика, а женщину оставить. Вон! Женщина! Ну ладно, и так сойдет, да? Сука. Она сдохла как бы. Ну, она сдохла как бы, ты чё, мужик? Он не понимает этого. Бочку взорвал. Вау! Присядь, ты идиот! Черт возьми. Ой. А почему я присесть не могу? А, на С присесть. Да, на С. И на Ctrl. А, на Ctrl лежать вообще? Нельзя. Ctrl нет. Зажми. А, лежать, нихуя себе. Что происходит вообще? Поддержка. Почему он не убивается? Может, он скриптовый? То есть ты считаешь, что я в скрипт стрелял? Да. Кто в меня стреляет, не понимаю. Давай к нам. А я с вами. Ага. Окей. Один мертв. Вудс. Уи! Сейчас напишу, что это все монтаж, вы играете в одиночку. Да. То есть вы хотите сказать, что я тут придумываю все, как все ездит и как все приговорено. Ну ничего, в следующей миссии я посмотрю, как это все. В следующей миссии Саня докажет, что это не. Что это правда. Че, тебя полечить надо? Не, не надо, не надо. А че ты упал? У меня крестик под тобой пишет. А может полечи меня? Да. Реанимация. Реанимирует. Всё, отлично, спасибо. О, я упал. Бля, зачем ты там? Я сейчас сдохну. Да, подожди, подожди, Миха. Так. Реанимация. Поднимайся. Отлично. Блять, неубиваемая херня. Я стреляю в мужика, он не убивается. Ну может он бессмертный? А, все, я вплотную подошел и убил его. На, получи, скотина, гранату. О, РПГ! Бери РПГ! А я чуть не то взял. Фу. Блин, РПГ. Эд готов на пулемете. А где люди Карлоса? Фиг его знает. Черт. Не видно. Во, с РПГ какие. Это ты стреляешь с РПГ? Да, да, да. Нихуя. Ну на самом деле это НПС, типа Саня играет один. Типа, знаешь, советские времена, моды всякие это какие-то. А я просто говорю Сане в этом в TeamSpeak. О, нас раскрыли тогда уж. Да?
Ну и ладно. Раскрыл нашу Миху контору. У нас все равно два слота. Ладно. Это свой, блин, я чуть своего не убил. Так-то пять, но на самом деле... Во, БТР! Херач воз! Ай, а у меня кончились патроны! Я все расстрелял. Граната есть какая-нибудь? Есть, взорвано БТР. А как ты взорвал? А не я, может это поддержка с воздуха. Все, поехали. Пошли, 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 пошли. А это же будут миссии с вертолетами, как они будут выглядеть? Саня, я боюсь. А что там за вертолеты? Я просто... Там надо будет летать иногда. Херово проходил. Боже, Миха, там будет, мне кажется, ужас. У меня, да? Ну и это зависит от того, кто попадет на эту миссию. Подожди, а это следующая миссия вроде Воркута. Не, я имею в виду вообще, что есть. А-а-а, я спускаюсь. Уии! Блять, ты понимаешь, что эти веревки из воздуха появились? И исчезли только что. А ты как? Самолет под контролем? Мы бежим! 120 метров! Я не могу где-то телепортироваться, я пытаюсь. А-а-а! Давай всё, самолет! Телепортировался! Бегу! Бегу! Скорее! Я не могу добежать быстрее! Я бегу! Саня, не бросай меня! Не бросай! А, меня глушило! А я же иду! Я иду, мне похера! А есть! А ты, смотри, на... О, смотри, не сидит! Прощай, Миха! Ты вне самолета висишь! Ты понимаешь, что ты не в самолете? Телепортируйся ко мне, что будет? Я не могу! Бля, Миха упал! Я телепортируюсь! Если ты сдохнешь, тогда что будет? Блять, пиздец, что происходит? Ты тупо из двери влетаешь, ну, не в самолете, а вылетаешь в воздухе. Я не знаю, что будет, вдруг ты умрешь. Не могу телепортироваться. Жаль. Я не знаю, надеюсь... А все, телепортирую под землю. А музыка какая эпичная играет. Я сейчас под землей вижу, самолет летит, все взрывается. Если ты сдохнешь, то думаю, с контрольной точки все начнется. Я как бы стреляю. Где самолет, Саня? Ай. Берегите. Блин. А, это, наверное, из-за того, что это ты сдох. Меня самолет убил. Ты телепортировался. Меня самолет убил. О, телепортируйся ко мне. Как? Главное, не умри. Где-то сохраняйся. А не получается. Я сквозь самолет телепортируюсь. Угу. Я попытаюсь побежать. Смотри, ты можешь сдохнуть просто. Я за самолетом буду прятаться. Советский надо реанимировать. Миха, телепортируйся. Блять, враги едут. Жаль, что Миха не записывает это. Я это видел, блядь, пиздец. Вообще, когда вы... Ты понимаешь, как это все выглядит? Все противники едут, ты висишь в воздухе около самолета. Если взрываешь, все пишите в комментариях, Миха, где твоя версия? Да кому нафиг моя версия нужна? Я думаю, мне было бы всем смешно. Ой, блядь. Ты телепортируешься? О, вот я везу, как ты подтягиваешься, это так смешно. Оба. Оба. Я смогу тебе... Берегите голову. Я сдох, берегите голову. Кому перейти голову? Ты, короче, смотри, ты там где-то... короче... Спрячусь просто. Спрячься. И когда начнется миссия, я тебе скажу. За коробками спрятался. За коробкой. Я тоже их расстреливать буду, попробовать. Ой, блядь, Саня, я не могу, это пиздец, серьезно. Почему они не убиваются? Я голову это написали, чтобы, типа, не свихнуться, не сойти с ума. Берите голову. Почему они не живые такие до сих пор? Ну фиг с ним, они ушли. А я тут в ангаре сижу. Никого нету. Весело. Есть, одни врезались. Какие-то машины ездят там. Твой самолет пытается взлететь. Не, со стороны, в принципе, это эпично выглядит, если бы враги просто не ездили. А ну получи. Ой, блядь, что стреляют какие-то гады? Место... Прячусь. О, у меня миссия начинается. А, отлично.
происходит? А я... Где? А ты в зенитке. Задание выполнено. Уи! У тебя заставка какая-то идет? Ну нет, ничего. Ну как бы я в зенитке сижу и стреляю. Вперед, вперед, как будто стреляешь, да? Вау, что? А, Миха, спаси! Ай, что там мужик летал, что-то. Мужик летал. Что происходит? О! Ой, блядь, а что с ним происходит? А ты исчез. Вот кто? Мужик простой мальчик. А ты можешь перед ними стать? А, я ползаю почему-то. А там Малуев почему-то тебя ногой придавливает, а ты лежишь без головы. А у меня все нормально. Сделай скриншот в стиме. Блядь, сейчас подожди, если успею. Сделал. Ой, я в него стрельнул. Я надеюсь. Сломается. А, не, нормально, все. Ролик. О, да. А, теперь слышно. Это так. Да, слышно? Да, теперь слышно. Там что-то какой-то бред был, не было слышно. В прошлый раз. Ой, Саня, это пиздец. Вау. А что такое? Продолжение миссии? Это что же самое? Алло. Мне кажется, это был конец. А, это конец. Сейчас Воркута должна начаться. Да-да-да, это конец. Ну чё? Это была первая серия Call of Duty Black Ops. Да. Кооператив. Надеюсь, вам понравилось. Сейчас вы увидите глазами, что... Вас ждет просто смех и угар. С крещением всех. С крещением! Не знаю, почему я сказал. Погнали.